Судовой журнал. Последняя запись. Мы со Споком единственные выжившие. Энтерпрайз, ответьте, прием. Доброе утро, Венди. Доброе утро, Скотти. Пройдемся по нашему расписанию. Просыпаюсь, иду на работу. Заходите в Синнабон. Не желаете булочку? Как сценарий? Пишу о том, как Спок отправляется на глубокий космос 9. Звучит очень круто. 3 часа дня, гуляю с Питом. 6 вечера, смотрю перед сном «Звездный путь». Присылайте сценарии лучших моментов из вселенной «Звездного пути». На следующей неделе приезжает ваша сестра. Объявлен конкурс на лучший сценарий для «Звездного пути». Мы сходим на почту, а потом вместе домой. Скажите Одри, что я уже готова ехать домой. Пожалуйста, приготовьтесь, дышите. Сценарий нужно прислать не позднее 16 февраля. Куда билет? В Лос-Анджелес. Водитель, моему другу нужно пописать. Пит, даже не смей! Вот почему нельзя писать в автобусе. Мы с моим парнем как раз в Лос-Анджелес едем. Хочешь с нами? Рост 162, блондинка. Это она. Эй! Я знаю, что он герой «Звездных войн», но чем этот Кирк вообще знаменит? Она неизвестно где одна. Она очень смышленая девочка. Дай сюда! Верни мою тетрадь! Где я? Вы в больнице головой ударились. Она выпрыгнула из окна! Как она смогла сбежать? Что это за язык? Клингонский. От продюсера Джуно. Ваша сестра самый сложный и одаренный человек из всех, кого я знаю. И продюсера мне бы в небо. У каждого своя жизнь. И со временем в ней не остается места для тебя. Капитан, с точки зрения логики, двигаться можно только в одном направлении. Вперед! Дакота Фаннинг. Тони Коллетт. Элис Ив. В космосе свет достигает пункта назначения порой лишь через миллионы лет. Вы в курсе, как сложно описать то, что для тебя важнее самой жизни? Он летит в полной пустоте в надежде кого-нибудь встретить. Поразительно. А что дальше? Неизведанное должно манить нас, а не пугать. Пожалуйста, приготовьтесь. Как звали дочь Леонардо Маккоя? Джоанна. Обалдеть, плати!